Активистки местного отделения Союза женщин России, девушки целеустремленные и ответственные, успевают не только свои рабочие и личные проблемы решать, но и другим помогать. Причем не только словом, но и делом. Мы все привыкли, что женщины очень сильные. Они могут решить все проблемы, все задачи и никогда не сдаются. Но жизнь подсказывает, что бывают ситуации, когда и женщинам нужна помощь. И мы предлагаем такую помощь бесплатно. Идея создания Центра помощи женщинам, попавшим в сложные жизненные ситуации, возникла всего несколько месяцев назад. За это короткое время за консультацией к юристам и психологам обратились более 100 женщин. Высококлассные, квалифицированные, обладающие обширным багажом знаний, методиками и методами специалисты. Они знают, как нужно работать с женщинами, которым, ну вот сейчас, на данный момент, очень трудно. Юлия Панова работает экскурсоводом в историко-культурном центре Ленинского городского округа. Но в свободное время она один из психологов Центра поддержки женщин. Считает, что главная задача здесь – это восстановление взаимопонимания в семье. Женщина – это центр семьи. Если она спокойна, если она в равновесии, то, естественно, будут в таком же спокойствии ее дети, муж, семья. Это значит, наше общество становится спокойнее. Это значит, что у нас не происходят вот такие эксцессы, которые, ну, нам не нравятся. Пока специалисты ведут прием по предварительной записи в Совете ветеранов. Еженедельно за помощью обращаются от 10 до 15 женщин. Мы рядом! Поможем! Галина Житкова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.